столичном метро пассажирка устроила стриптиз в комнате полиции. Настолько экстравагантный поступок 23-летнюю москвичку по имени Светлана, видимо, толкнул употребление наркотиков. Но, судя по анализам, девушка была под действием неких галлюциногенных препаратов, возможно, растительного происхождения. Это шокирующее видео нам прислал мобильный репортер. Инцидент произошел поздним вечером, в выходные, на станции аэропорт. Девушка вела себя неадекватно. Стражи порядка сопроводили дебоширку в комнату полиции, но и там эта странная барышня продолжила буянить. Да еще и с большим размахом. Причем на кадрах видно, делает это она явно демонстративно. И одевается только после долгих уговоров, демонстрируя при этом полное равнодушие. Она зевает, пританцовывает. При этом надевает на себя платье. Чтобы утихомирить так называемую стриптизершу, пришлось вызывать даже бригаду скорой помощи. Она и госпитализировала девушку в одну из больниц города.